Улица Льва Толстого – одна из старинных и известнейших в Самаре. Бывшая Москательная, она была переименована в честь 80-летия великого писателя и графа, который, говорят, не однажды, приезжая в Самару, ходил по ней, касаясь каблуками вот этой самой мостовой. Но сегодня мы поговорим не о классике, а о том, как жила эта улица 110 лет тому назад. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».